поступило сообщение о возгорании в магазине смешанных товаров по адресу Дежнёвца, 16. На момент прибытия происходило горение в чердачном помещении по всей площади с выходом на кровлю. Значит, прибывший первый РТП, начальник РОЛО 5-й части, объявил номер 1 БИС. Это магазин работал на момент прибытия? Нет, не работал. Закрыт был. Значит, двери, все закрыто, рольставни, все было закрыто. А откуда распространение огня? Распространение с задней части магазина, с крыльца. По причине что можно сказать? Ну, по причине я сказать ничего не могу. Будут работать эксперты испытательно-пожарной лаборатории. Понятно, почему повышенный номер был объявлен? Во-первых, значит, разведены мосты у нас с 2.40 до 5 утра. И городские подразделения не могут приехать, поэтому, значит, прислали подразделения, которые находятся на этом берегу, удаленные.